остеопороз – заболевание костей, предугадать которое врачи практически не могут, так же, как и выявить. В большинстве случаев пациенты узнают о болезни, когда кости уже ломаются, причем не свойственным для обычного перелома образом и в определенных местах. Например, шейка бедра, позвонки грудного и поясничного отделов, лучевая кость. Просто подскользнулось, просто отступило, ну как можно было сломаться? Это говорится о том, что травма не соответствует перелому. Вот в этот момент мы в первую очередь думаем, в первую очередь на рентгене мы смотрим, больше как бы акцент делаем на то, что это остеопороз, что минуя нашей травмы, еще нужно здесь иметь в виду наличие второстепенных заболеваний. Остеопорозу в равной степени подвержены как мужчины, так и женщины. Делится он на два типа. Первичный, вызванный непосредственным истощением костей, и вторичный, приобретенный в ходе осложнения от других болезней. Остеопороз может быть тотальным, когда страдают кости всего скелета, и очаговый на определенных участках, в основном трубчатых костей. Здесь учитываются возрастные особенности, так как с учетом старческих возрастов кости становятся хрупкими, рост становится меньше. Одна из причин, которых приводится к деструкции внутри кости. Когда сама структура костей мелких, ячеек, решетчатость, она ломается, в связи с чего не собирается полноценно форменные элементы, и по плотности кость становится хрупким. Важно, что остеопороз лечится. Процесс долгий, но насытить кости необходимыми элементами вполне возможно. Однако для этого необходимо выявить причину возникновения болезни. Надо этиологически само в причине копаться, найти эту истинную причину, а потом уже восполнять форменные элементы. То есть, как закон сита отсюда давать, оттуда имеет другую причину. И второе последствие, которое, как, например, ревматоидных комбинациях или посттравматических, тогда происходит изменение самой кости, структуры. Нарушение метаболизма и дисбаланс гормонов в организме напрямую влияют на целостность костной ткани. Питание, образ жизни. Необходимо следить за этими вещами, а также принимать витамины D3, кальций и витаминно-минеральный комплекс. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Рогосадовская. Видное ТВ.